Казанском IT-парке появился самый молодой резидент. В возрасте 12 лет Таир Гатаулин разработал интернет-платформу для реализации молодежных проектов. Ученик 6 класса рассказал, что проект давался ему непросто. С ранних лет Таир считал программирование сложным ремеслом, но это его не испугало, а наоборот сподвигло бросить себе вызов. В период с 8 до 11 лет программирование было каким-то сложным, по моему мнению. Я там начинал с конструкторов сайтов по типу Wix. Но сейчас уже начинаю активно изучать языки программирования, JavaScript и Python. Хочу написать что-то свое. В феврале 2022 года на итоговой коллегии Минэкономики Республики Татарстан Таир презентовал свою платформу Junior Invest президенту Татарстана Рустаму Миниханову. По ее итогам были даны поручения по поддержке проекта. Гатаулину выделили рабочее место в IT-парке с компьютером. Здесь он и занимается реализацией проекта «Раскрути свою идею». Я создал пробный сайт черновой. И на нем был весь функционал, что есть на нынешнем сайте. Потом же мы придумали идею о том, что можно сделать разносторонние разделы. И появились еще 5 разделов, помимо предпринимательства. Литература, бизнес, программирование, создание фото и видеоиллюстрации и много-много прочего. Сейчас мы еще хотим создать примерно 4-5 разделов, которые будут полезны для детей. За время воплощения проекта Таир разработал еще несколько идей. По его мнению, это поможет дальнейшему развитию платформы как самостоятельной единицы. На данный момент я создал еще 2 идеи для нашего проекта. Одна из них называется Junior Coin. Это виртуальная валюта, которая будет находиться на нашем сайте. Это не крипта, это не что-то там еще там, по типу NFT-шек. Эта валюта, грубо говоря, находится в нашей власти, но при этом дети могут ее получать. Смотрите, допустим, есть ребенок, который создал свою идею. Он выложил пост с этой идеей. Некоторые дети, что увидели этот пост, поставили лайк. Этот ребенок получает за этот лайк 1 коин. Эти самые коины можно будет обменять на вполне реальные призы. С момента создания сайта им воспользовались около 300 человек. Все заявки находятся на рассмотрении. И после прохождения отбора идеи будут выставлены на сайт, где их смогут оценить как частные инвесторы, так и государственные службы. Благодаря платформе Junior Invest ребенок любого социального положения может заявить о себе и создать функционирующий бизнес, так же, как это сделал Таир. Мы не говорим о деньгах. Мы просто говорим, что есть мальчик, ему 11 лет, сейчас ему 12 лет, что в России любой ребенок может организовать свой бизнес, серьезный бизнес-стартап. С помощью дедушки Таир смог получить грант на 5 миллионов рублей. Эти средства помогут продвигать платформу и проекты талантливых детей. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.